Саша, ой, а ты что без трусов стоишь? Ну смотри, волосы на жопе есть? Ну есть. Ну вот потом не говори, что я тебе с голой жопой пришел. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ну что, пацан красавчик, да, в принципе, а, чисто все по факту, я к тебе не с голой жопой пришел, да, с мохнатой, да. Ну не знаю, чайчика, мне кажется, понравилась эта фигня, да, ребята. Вообще, когда чисто человеческие отношения у людей, да, вот, ну, я стараюсь, по крайней мере, так, ребята, вот, с чайчиками общаться, там, ну, не всегда получается, не буду там врать, как бы, и я бываю разный, и они бывают разные, да, как бы, но я стараюсь до такого не доводить, что, знаете, вот это начинаются такие вот выяснения отношений, типа, вот, а ты ко мне там пришел без нихера, там, или я там что-то высказал, да, вообще, лучше вообще нафиг эти отношения нужно, чтобы вот потом вот так вот все заканчивалось, ребята, да. Вот пишите, были ли у вас такие выяснения отношения, и показали ли вы своей чаечке мохнатую жопу.